23 декабря зал камерной музыки Рязанской филармонии распахнул свои двери для публики. Программа вечера, награждение, поздравления и самые теплые пожелания. В этот раз люди пришли не на концерт, а настоящее торжество, посвященное 130-летию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Ну, во-первых, я хотела сказать, что 1914 год – это большая дата не только для нашего музея, но и для всех музеев страны. В этом году 300-летие мы отмечаем музейного дела России. В 1814 году была открыта Кунсткамера. И в этом же году юбилейным для всех музеев мы отмечаем свой юбилей – 130-летие со дня основания нашего музея. Рязанский музей-заповедник является одним из старейших в России, а вместе с тем это надежное хранилище национально-культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 250 тысяч экспонатов. Одна из главных ценностей – 17 кладов, найденных во время раскопок на археологическом городище Старая Рязань. Но есть и много других ценностей. Это, естественно, псалтырь, который мы храним в фондах нашего музея, где записана, есть запись, вернее, об основании нашего города. То есть не каждый город имеет, можно сказать, такое свидетельство о рождении. Есть очень хорошие коллекции икон золотого шитья. На протяжении 130 лет историко-архитектурный музей верно служил обществу. Это говорит о том, что люди, работающие там, настоящие патриоты и профессионалы своего дела. Они помогают гражданам видеть, ценить и понимать историю своей страны.